как мы знаем, самые известные диджеи играют транс. Ведь это именно то направление, которым мы могли насладиться сегодня, здесь и сейчас. Что такое транс, выясняла Рейн. Скажите, а что за музыка играет сейчас? Насколько я не ошибаюсь, по-моему, транс. Транс, замечали транс, транс играет. Транс музыки как бы мы относимся позитивно, на самом деле. Вот, транс музыка вообще представляет себя, это музыка, которая объединяет людей, вот, музыка для большой арены. Как сказать, музыка позитива всегда, музыка, как бы я сказал, музыка любви бы больше, я бы как бы сказал, то есть люди все танцуют, тянут руки к танцполу, к лазеру, то есть, ну, все великолепно, все позитивно. Мало людей, очень мало людей для такой музыки, очень мало. Очень мало народу, мадам. Беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играет-то? Russian Robotics просто супер! Отлично! Ha ha ha!